Обзор, покупочки прикупил. Дядя Ваня, закуска баварская. Тут можно постный супчик приготовить. Эх ты. Чуть-чуть не насвиничал. Лучок пережарить. С томатом, чесночка добавить. Вот эту закусочку пульнуть. Ядрёная. Действительно закуска. Ну, 7-8 из 10. С котлеткой. Так еще вкуснее. При этом всем аппетит, хорошее настроение, доброго дня, позитивчик всем. В предыдущем ролике чуть не расплакался, фотографии смотрел. Ну, когда молодым были. Просто в душе так защемил, что многих людей уже среди нас нету нифига. Ну, это неизбежно, рано или поздно все мы там будем. Ну, а пока жить, любить друг друга, ценить жизнь. Она у нас одна. Будьте все здравы. Понимайте друг друга. Не забывать, что надо вот это в норму. Хорошо. Закуска. О.